спектакля. Нет, не разочаровал, но немного не хватило финишного. Нам хотелось именно испанской страсти в конце, чтобы это закончилось чем-то более таким вот. Но замечательно, мы не жалеем, что провели вечер в театре и достойная игра актеров, которая, ну, заслуживает такой похвалы. Действительно, молодцы. Все отработали, да, отработали по полной программе. Спасибо. Спасибо.